здравствует Коммунистическая партия Советского Союза! Ура! Ну, прежде всего, я хотел бы сказать сразу, что Союз можно было сохранить. Негативную, опасную, трагическую, драматическую роль сыграли здесь амбиции. Морально это предательство, потому что люди вместе завизировали проект договора перед народом, по телевидению, перед всей страной, заявили, Союз будет, съехались втроем там и вот сварили такое съедобье. Это малина, а не политика. Мы подписали соглашение о том, что мы учреждаем содружество трех независимых государств. И весь ужас положения был в том, что я себя сегодня вот ловлю на том, что ведь и я лицемерил. Понимаете, и я лицемерил. Если со мной посоветовались бы, я бы сказал, что подпишите. Так. Я считаю, что уже этот процесс был неминуем. Сколько войн, сколько крови, сколько гулагов, сколько всего голодомора прошло по Украине. И, конечно, это фактически третья попытка была народа украинского, ну, завоевать свою независимость. И когда это произошло, конечно, я как человек, знающий все это, понимающий, что это такое, я испытывал гордость. Это же вранье. Начнем с территории. Советский Союз дал Украине Харьков. Это не был украинский город. Львов. Это не был украинский город. Это все было Российской империей, но ни в коем случае не украинская. Я залил один. Зажигание. Понял, раздается зажигание. Значит, если кто-то сегодня говорит, что он прогнозировал, что Советский Союз прямо разрушится вот даже после путча, это я ему не верю, потому что никто этому не верил в свое время. Но случилось то, что случилось. Представь себе, что это за государство было. Что там внизу происходило. Что говорили на кухне, а что говорили на собраниях. Это само уже по себе говорит о том, что это был чистый фасад, который постоянно как бы старательно ретушировалось. Так вот, разве могла эта система иметь будущее? Это событие, оно касается буквально всех нас, потому что мы представляли единую, великую, огромную страну, Советский Союз. Нет, я не думал, что столь драматично придется нам, значит, вот включаться в новые обстоятельства исторические. Мне бы хотелось, искренне говоря, чтобы мы оставались в том составе, в тех своих, так сказать, взаимосвязях и взаимодействиях, в каких мы были, но чтобы постепенно, последовательно мы могли бы преобразовывать свою жизнь на демократических началах.